Итак, всем привет! Вы на канале Эрик Антона. И сегодня я вам расскажу еще один способ, как можно немножко на первом этапе подзаработать монет и получить различные наборы. Мы заходим в раздел «Мой клуб». Раньше это называлось «Задачи тренера», сейчас они называются по-другому немножечко, а тем не менее называется это «Первое задание». Давайте посмотрим, что такое статистика игрока. Ну это в принципе мои игроки, я честно что-то такого в 18 не помню. Возможно это было, я просто в этот раздел один раз зашел, задание выполнил и все. Здесь в принципе суть такая же, есть первые задания, да, ежедневные. Первое задание мы сейчас вернемся, ежедневные здесь довольно-таки сначала мне показались простые, да. Просто поиграй, сделай два голевых паса, продли контракт, купи полузащитника и забей ножницами. Как, блядь, непонятно. Поэтому мы идем в более простой вариант. Здесь нужно сыграть матч. Вы познакомились с того, есть несколько изменений. Купить игрока, новых игроков для своего состава, вы найдете на трансферном рынке. И вы купили игрока на трансферном рынке. Давайте поставим его, соответственно, в состав. Далее, когда мы сделаем это, да, добро пожаловать в фут, у нас будет второе, соответственно, задание. Клуб. Назовите клуб, измените схему состава, примените предмет физической формы, сыграйте одиночно матч одиночного сезона в фут. Займите позиции, назначьте стартовый состав на правильные позиции. Вот, это в принципе хорошая тема, потому что у меня сейчас явно не все игроки занимают свою позицию. Одиночную игру в сезоне FAT, это значит надо сыграть с компьютером, я так понимаю. Одиночный сезон, а не какой-то там онлайн. Ну что, давайте купим игрока, попробуем. Трансферный рынок. Так. Игроки, максимальная цена купить 800, лига, премьер лига, качество особо золото, и позиция, я бы выбрал, честно, правозащитника, но я думаю, что такого не будет, хотя нет, есть правозащитник за 800, Джонс есть. Есть даже дебуши с маленькой скоростью, да? Есть. Я даже думаю, что можно и подешевле найти. Нет, подешевле мы не найдем. За 600. За 600. Давайте гайм вот этого. А, нет, ну надо англичанина, чего уж. Симпсона. Да, Симпсон. Берем Симпсона, покупаем его и сразу назначаем. Так, сейчас отправить в текущий состав. Мы его сюда ставим. И сейчас мы его сразу выставим на поле. Так. Сейчас. Вы сразу видите, как меняется, соответственно, ситуация в составе с выполнением задания. И вот он идет на поле. Так. Давайте посмотрим, что у нас с заданиями. Так. Купить игрока. Я получаю сразу 150 монет. Сыграйте матч. Вы купили игрока на трансферном рынке. Давайте поставим его в состав и проведем игру. Ну все, давайте, я готов сыграть свой первый матч в онлайн-сезоне. Блин, волнительно. Ух, 10-й дивизион. Не хухры-мухры. Поехали. Я думаю, сейчас соперник сильно удивится моему составу. У меня, кстати, тренера нет, надо еще тренера купить. Но зато у меня бомбический рейтинг 87. Итак, соперник очень долго выбирал форму, очень долго думал. Но, тем не менее, он поставил себе в игру ребят. И тренер у него либо Франк, либо Рональд Дебур. Это известные братья Дебур, голландцы. Полузащитники, по-моему, если не ошибаюсь. Прям
великие игроки моего детства, так сказать. Что-то очень долго грузится игра, но в принципе сам соперник очень долго, блядь, мудрил что-то с этой формой, все никак не мог ее выбрать, потом наконец-то выбрал, потом очень долго вносил изменения. Ну, поехали. Первый матч, ребят, первый матч. Соперник думает. Сразу опасность. Так, запрос есть. Так, настройки. Так. Индикатор игрока. Индикаторы. Имя индикатора игрока. Панель игрока. Так, есть индикатор активный, вы можете включить изображение номера или имени футболиста. Номер какая, имя игрока. Ну ладно, и чё? Блин, жесть какая-то. То есть дается 3 секунды на всякий случай, да? Так, давай. Ну. Есть! Первый гол, ребят! Первый гол! Старичок, старичок. Старичок, это первый гол. Кто его забил? Некий Лемар. Ну вот они, Годин побежал. Еще ребята подлетели. Ноев просто в шоке. В принципе, я не совсем понял даже, как я забил. Но тем не менее, это голище. Ё-моё, комментатор запел. Так что-то запел. Да ё-моё, слушай, ну как-то она еще не до конца заточена, что ли. Бегом. Ну да, это он наверняка выбит. Кажется, как будто немножко подтормаживает. Но я думаю, что мне даже не кажется, а так и есть. Блин, ну это я поторопился. Это может быть опасно. Лемар хотел дубль оформить. Ну, я думаю, что я здесь выиграю. Соперник пока совсем не атакует. И тут есть два варианта. Либо он так играет, либо он усыпляет бдительность. Ребята, это девятина, просто девятина. Запрос на паузу от пользователя меня. У вас уже есть запрос на паузу. А, ну, то есть я запросил паузу, и, соответственно, игра теперь ожидает. Да, вот она пауза. Я хочу все-таки сделать звук поменьше. Я не знаю, почему так долбит звук. Я его уже убирал, но продолжает долбить. Шум стадиона. Почему-то опять долбит звук. Слушай, ну вот эта фишка прикольная, да, возобновление игры. Да, это вообще супер гол. Вы просто посмотрите. Вообще просто 9. Размазал просто соперника. Лемар. Слушай, ну картинка, прорисовка просто феноменальная. То есть здесь даже не важно, плохо ты играешь или хорошо, играть будет интересно всем. Решил включить. Соперник среагировал раньше, чем дриблинг какой-то свой непонятно. Рафаэл Герей. Левандов. Если вариантов нет, отдай мяч. Давай, давай, давай. Хорошо, давай. Увидел партнера впереди. Здорово сыграно. На самом деле еще.
сейчас, блин, сейчас он на самом деле хорошо вырвался. Давай, давай, выйди. Отлично. Вот он, Симпсон, кстати, которого я купил. Тащит, тащит Левандовски. Не дает, не дает ничего судья. Можно играть. Да что ты? Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Да! Вратарь спасает, но эпизод. Блин, я все-таки пропустил. Да, не все пока так очевидно, как хотелось бы. Гол я все-таки пропустил. Что-то я расслабился, какую-то фигню пропустил. В отборе пока не могу еще понять до конца отбор. То есть, да, он есть, но немножко не так работает, как хотелось бы мне. Все равно изменения есть, уже так легко вот, не толкнешь корпусом. Александр Лаказе. Сыграно-то точно, а вот стоило. Ну. Что-то меня вообще на чем не растаскивает меня. Жесть какая-то. Начал меня растягивать, и у меня стали появляться дыры почему-то. Вот смотри, что он меня вообще размазывает. Походу насыплял мою бдительность и, блядь, просто стал меня размазывать, я не знаю. Я не могу, вот я жму на удар, а соперник борюсь, он все равно бежит. Ёб твою мать. Нет, ну проигрывать-то никак нельзя, че смеяться. Да каких равных? Тут побеждать надо. Что ж такое-то? Ну что, блядь, руки на джойстик положил, что ли? Ёб твою мать, блядь. Вот и повели 2-0 называется. Не ожидал, что так будет, ребят. Но нет. Давай. Я, кстати, что еще хотел сказать, что я решил в этот год записывать просто все свои матчи. Абсолютно. Да ёпта, мать, ты чё, блядь? Ну, просто в шоке, если честно. Просто в шоке от такой развязки. Блядь, я, говно, ничего сделать не могу. А чё устали-то, блядь? Я просто поплыл. Просто ночь, наверное, уже, блядь, не знаю, как это объяснить. Блядь, вел 2-0 и проигрывает 3-2, причем все вообще было, блядь, на спокухе. Офсайд, запрос на паузу от пользователя. Это не гол. Так, ну ладно, что-то у меня тут какая-то кучность. Схема-то что, 4-3-3?
звучанию. Да тут лучше не сыграешь. А чё, какая тут схема лучше? Четкая схема. Ой. Ох, твою мать. Что ж такое-то? Не, ну это вообще капец, конечно, ребят. Просто жесть какая-то. Блять, вопросы вообще в принципе есть. Ну блин, ну конечно вообще вести 2-0 и горит 3-2, это конечно жесть. Ну, блин, ты еще повыпендривайся. Ну давай, давай. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Блять, у меня почему-то он забегает. Да ёб твою мать, что ты? Просто жесть, он просто блядь, в него втыкается и все, и вообще ничего не получается. Будет ли стрелка? Будет ли стрелка? Тяжелейший матч, ребят. Просто тяжелейший матч. Есть. Бак, регби. Есть, забил, забил. Сидит. Четко. Слушайте, ребят, это 10-я лига, я вам скажу. Ну, я думаю, что сейчас просто еще только началось. Не все игроки распределились по лигам. Возможно, это вообще сильный соперник. Я не знаю, кто сейчас что он делает. Сохраняют мяч, несмотря на прессинг. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Есть варианты для паса. Ну смотри, что он вообще не собирается падать, что ли? Мать. Может получиться интересная атака. Неплохо был пас, но соперник в передачу прочитал. Роберт Левандовский. Пас на обычный. Такой момент у Абамиянга. Отнял мяч у нападающего в своей штрафной. Давай, 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 давай. Есть! Лаказе! Не слышу вас! Фух!
Вынимай, ребят. Даже комментатор говорит, вынимай мяч из сетки. Так, ну давайте самых уставших заменим, наверное. Хотя не сильно-то хотелось, в принципе. Давайте вот так вот сделаем. Блин, Гризман травмирован. Это жаль, это жаль. Декс Секс. Хорошее название. Ту-ту-ту-ту-ту. Заслуженный гол. Они просто расстреливали. Ну, четкий гол, что? О чем тут говорить? И рано или поздно это должно было случиться. Сегодня соперник ничего не может им противопоставить, и они, конечно, это чувствуют. Поэтому играют раскованно и очень уверенно. Угловой, ребята, угловой. Давайте попробуем на ближнюю. На ближнюю. Как FIFA 17? Кстати, слушай, неплохо идет. А, мимо. Слушай, ну он меня вообще вот на... Тут надо, видимо, не знаю, что жать. Но он вообще легко от меня уходит. Просто останавливайся. Это может быть опасная атака. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. Ну... Да, это тяжело, слишком прямая диагональ. Все верно, края надо чаще. Фу. Ну и судья дает играть. Судья наш, как говорится. Руб получает. У него, кстати, состав-то реально слабенький, что говорить. Поступил арбитр. Отложенный штраф, все по делу, все четко. Да, другой бы уже на этом месте свистнул. А вот этот, например, дал доиграть. Эпизод, вот еще любопытно, вспомнил бы он нарушение, если бы эпизод закончился в гул. Давай. Надо забивать последний шанс. Им надо показать свой лучший футбол, чтобы сравнять счет в этой атаке. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Свести уже. Есть. Ребят, тяжелая, но все-таки первая победа, блин. Далась прям реально тяжело. Лучше действительно сложно придумать. Давайте сейчас посмотрим, сколько мне дадут монет за первую игру. Это реально было сложное. Блин, начало просто получилось очень легким. Потом просто я, видимо, сильно расслабился. А, ну, во-первых, мы выполнили задание, да, мы получаем, во-первых, 163 монеты, в принципе, что неплохо, почти 700. И давайте вернемся в игру, посмотрим. Ну, это, конечно, круто, что мы повышаемся немножко. Давайте вернемся в игру и посмотрим, что у нас именно вот в ежедневных заданиях. Так, просто играй. Набор бронзовых контрактов. Неплохо. Ну, кстати, ну давайте его вскроем тогда.
раз он есть. Посмотрим. Я думаю, что здесь вообще просто минимальный швак. Ну да. Здесь просто контракты. Ну пусть будут, пригодятся кому-нибудь за собачек. То есть, если я даже что-то выполню, то какой-то минимум я здесь получу. То есть, купить надо полузащитника, два голевых паса сделать любым английским футболистом, то есть что-то можно получить. Ну, а здесь я получаю уже полный набор, получается, да, все монеты и, видимо, какой-то набор именно за само выполнение. Добро пожаловать в фут. Выполнено. Прикольно, слушайте, школа. Все круто. Один набор игрок, 83 в аренду. Ну, давайте сразу его посмотрим, что это за игрок, что он из себя представляет. 83 плюс, то есть может быть и 90. Какого? Нет, ребят, ну это хороший игрок, тут спору нет. Кагава, разве это плохо? Это Кагава. Ну вот, теперь получается, что добро пожаловать в фут выполнено. И, соответственно, теперь есть новое задание, да, назвать клуб по схеме, сыграть одиночную игру, да, займите позиции. Поставьте игроков на свойственные позиции. ЦЗ, ЦЗ, когда игрок занимает свою позицию, индикатор позиции становится зеленым. На своих позициях игроки выступают более эффективно, сыгранность улучшается. Ну, вот тоже хорошая тема. Будет лишний повод зайти и поставить игроков на свои позиции, да, тем самым выполнив задание. Ну, как минимум, сейчас нам надо выпустить какого-то центрального полузащитника. Это будет Озил. А, скорее всего, да, это даже будет не Озил, а Иньеста. Так, ну что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем продолжать и дальше играть в FIFA 18. Но я думаю, что вся проблема у меня была именно из-за сыгранности, что не было тренера. Все, всем пока, это была первая игра, первая победа, первые монеты. Всем удачи!